там присидели. Давай, давай, хоп! Давай, давай! Двигай телом, отдыхай! Хоп! Давай, давай! Спонсор этого выпуска soulike.org. Там вы найдете чистый клиент KSS и KS1.6 без рекламы и прочей ненужной штуки. Ссылочка есть в описании. Я ебашу вертолет, я ебашу машину. О, да, да, отлично. Ага. Хороший автомобиль. Вы какого хера тебе едете? Пока. Преследуем противника. Я движусь по проспекту Ванильна. Поворачивай на проспект Бездомниц. Ой-ой-ой, ребята, по-моему, я... Богдан. Богдан. Добрый день. Я Николай, я убиваю людей. У меня есть дробовик. Из него я убиваю корлык-корлык. Дерево. Подойди ко мне. Сейчас я иду, Богданчик. Становись вот сюда. А куда глядеть? Вверх. Ух! Сейчас я покажу вам самую сильную армию Европы. Армию Украины, которая едет освобождать Донбасс от клятых москалей. Го! Почтальоны! Так, главное... Вот, где я? Чё произошло? Подожди! Ля, ты бы видел себя, хочешь? Петрику, а чого тобі, хлопче? А куди ми їдьмо? Не знаю. А чому ми на лесопіді? Тому що слава Україні. Где? А, там, шмаля, принісь! Тихо! Вон он, сука! Выпрыгивай, убивай! А, меня убили! О! 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 Что? Что там? Там человечики ходят, смотри. Где? А ну, поехали, блядь. Чё там? Сука, НАТО, блядь. Поехали. Вот это было экстремально. Ваши волосы назад. Ну, ты лысый. Здрасте! Я могу тебя вылечить. Держи, братишка. Сейчас, подожди, я закончу дела. Ля, ты чисто мясник. Да сдохни. Чё на него умирает? Да в голову бей. Да она не умирает. Убил? Да, во. Смотри, могу мацать пацанов. Ебать, такой-то посолил их. Вон мужик крадется. Ля, мы в переулке типа такие бусаем. Дориме, интеримо, адапаре, дориме. Ну ты чё, извращенец? А ну, не надо. Давай. А ну, пошёл. А ну, вот иди. Смотри. Смотри, а ну отдай, блядь. Эй, говно, а ну, блядь, стой. А ну отдай, блядь, сука. Питер, блядь. Ты чё, сука, а ну отдал. А, телевизоры, это магазины магазинных телевизоров. О, компьютер, ты хочешь себе компьютер? Я хочу игрушечную. Я нечаянно. Ого. Ого, а ну я поймаю, давай. Давай. Забавный ты? Дай сюда, дай мне. Нет, домой, Мишка. Дай, блядь, мне, на. Я сейчас дам. Пора бы тебе стать тоже мужчиной. Я сказал, поворачивайся. Я такой, нет, Джейзи, не сегодня. У тебя есть, как ее, Пенелопа Круз, не Пенелопа Круз, как ее звали? Жопастая.
Дженнифер Лопес, Попес. Что я вообще сейчас слушал от тебя? Это информационный канал «Разбуди мою старость». Да. Я забрал сумку. Беги, Богдан, блядь, школьник ебаный. Сберегите сумку, спиздил написано. Спиздил пакет с яйцами, блядь, за 10 гривен, ебать. Я за тобой бегу, блядь, быстрее. Я ты бегу знаешь? За тобой! Ой, прорываюсь, мечтаю. Не гори, не да, не... У тебя деньги эти сыпятся с карманов. PewDiePie с зарплатой бежит. God damn it, stop time. Остановите землю, я сойду. Едем за пределы. И что? Мозг взорвался. Здравствуйте. Свага-мага бе... Ты что делаешь? А что это было сейчас? Это пацан с базуки стрельнул. Черт, гранаты вниз скатываются. А залезь, короче, вот сюда. Сейчас мы так попробуем. Дымоход кинем? Да, давай. Бля, не откидываем. Я... Физика не для нас. Ну, блин, придется делать паркур. О, ля, сейчас я отсюда как перепрыгну, смотри. А ну, 13-й район. А-а-а! Сука. Вот, сейчас будет жестко. Сука! Чудаки. Во Второй мировой. Он тебя как шлюху подозвал. Я ему сказал, не-не-не. Ой, не надо, давай вот без этого. Эй, ну серьезно. Сейчас, я вышел на волю. Ау, ну вот не на... Ай, ну серьезно, ну правда, ну зачем? Ну блин, ну не стоит. Я пришел спасти тебя. Дал вообще в стол. Давай, пиздец. Получил паркур. Это я не зря паркуром занимался все детство. Гляди, во, тут что? А, мы отсюда вышли. Ого, синяя комната. Синяя такая вся. Я бегу. Нам куда? Воу! Вот это прыжок. Воу! Ты чё? Я чё-то это прыгнул. Паркур, думаю. Ты так и просто прилёг. Подними меня. Здесь Гордон Фриман носик чешет. Ну морд! По столбам там! Сука! Приман, блядь! Халк такой прилетел, блядь, дагестанский! Я отвечаю. Это бабочка. Похоже на бабочку. Который постарше. Блядь! Смотри, как это делается. Выходится так, оп, и дается вот такой вот блестящий минус, но я не псирот. Минуточку внимания. Перед тем, как вы вообще забудете, что это видео существовало, я хочу пропиарить свой магазин, где вы можете купить рандомные ключи. Рандом в переводе случайный. Случайный ключик на любую игру, но вообще по низким ценам. Все очень низко, ссылка есть в описании. Если какие-то вопросы есть, там есть ссылка на человека, кто может вам помочь. Вот. Так что помогайте каналу, наслаждайтесь. Пока.